сказали 315 рублей. Здесь беленькие, розовые по 4. Здесь три кустика. Ну да. Симпатичные. Фаленопсис. Каланхоэ снизу. На разный вкус и цвет. Хризантемы. 437 рублей. Так, дендробиум белый, красивый. Орхидея микс, 602 рубля. Тоже разные расцветки. Красивая. Так. Фаленопсис Solid Gold. Желтенький. Такой вот. 940 рублей. Так, что тут у нас еще? Еще 245 фаленопсис сортовой. О, а эти красавцы вообще шикарные. Цимбидиум и микс. Симпатичные очень. Патифилум Алана. Такие вот 298 рублей. Тут с этими мордашками полно. Интересно. Так. Антуриум 311 рублей. Нравится? Антуриум Диамонт 423 рубля. Вот такой. Выбирайте. Так. Фаленопсис микс. Стандарт 790 рублей. Белые, розовые. Вот такие вот расцветочки. У нас гордения, но она еще не цветет. 267 рублей. Это тилансия 440 рублей. Маранта 322. Вот такой вот. Висит бирка: уважаемые покупатели, растения возврату и обмену не подлежат. Так, это гибискус. Не цветет еще. Или уже отцвел. Наверное, отцвел. Я ищу традисканцию. Сейчас поищем с вами традисканцию. Это у нас что? Хамидоры.
хамидоры 115 рублей. Данный товар можете приобрести со скидкой. Даже не знаю, сильно уж они убитые. Амиокукас 948 рублей. Вот такой вот красавчик. Замио Кулкас. Так, а это у нас Эхмея Примера 977. Она цветет. Такая вот красавица. Это красула, денежное дерево здесь, смотрите, 346 рублей. Я никогда их не видела. Они такие колючие. А это скала на кайфе, это тоже колючие. Это эхинокактус микс 254 рубля. Алоэ 343 рубля. Композиция из кактусов 600 рублей. Просто кактусики маленькие по 70 рублей. Бонсай с камнем. Ничего себе, 1434 рубля. Вот красавчики, по 200 рублей. Кактус мамиллярия. Симпатичные какие. Ищу красавчики. Кактус микс. Вот такие вот колючие красавчики. Так, а это Эчеверия микс 180 рублей. Ну, разные тут. В общем, цветочный рай. Так, лавр нобилис 374. Драцена 1260. Такая драцена. Цитрус. Цитрус кум кбат. 3703. Вот такой вот цитрус. Так, мой любимый фикус Бенджамина.
2300 рублей. Я их всегда снимаю. Вот фикус экзотика. Решетка. 5414 рублей. В этот раз что-то поменьше их. Нет. А вот юкка. Смотрите, какой ствол. Юкка. Цветочный рай попали мы. Так. Фикус эластика 1970. Вот такой вот фикус. Так. Самиокулкас. Этот поменьше. 324. Тут у нас клематисы. Клематис гибридный. Такой вот. Это 400 рублей. Этот за 508 рублей. Альпийский 383. Гибридный 303. Тоже симпатичный. Какой выбрать? Клематис гибридный 350 рублей. Это Вероника 338. Беленький. Так. Тоже 338. Это у нас Мазури. Рододендрон 550 рублей. Белый и такой же беленький все. 550. Просто когда бутончики вот так, а потом вы видите, когда начинает раскрываться, они беленькие становятся. Чуть-чуть сиреневатые, а но потом они белые. Бутоне, да, потом, да. Когда открывается, они беленькие. Так, а это у нас кипарисовик. Ну что-то они видите, ну выбрали уже, видно. Видите? Наверное. Ну еще его, это только-только вот. А, вот еще лаванда, у меня дома есть. Она что-то вот так, я осенью купила. 340. Не принялась? Большой шар, ну да, вроде бы как принялся, но вот сохнет вот так. Вот так, что с ним делать, не знаю. Первый раз купила осенью. И уже что-то как бы, ну декоративность теряется уже. Она у вас в комнате стоит? Не, что вы, я на ее улице. Сразу посадила. И большие такие, прям большие, это туя. 1087. Вот такие вот. Это у нас можжевельник 2441. Вот такие огромные можжевельники. Вот поменьше. По 113 рублей. Можжевельники. Почему-то здесь они желтенькие, а тут зелененькие.